магазине. Здравствуйте всем. В Пабликсе. Покупаем очередную жрачку. Did you buy this? No. Do I buy this? No. Berries. No. Grapes. А, окей, окей. Я думала, он купил виноград. Виноград мы не едим. Он очень сладкий. Ну что ж, будем смотреть потом, что мы купили, на что мы истратились. Дома покажу. Oh, my papa. How much? $33. Говорит, угадай, сколько мы сэкономили. $33. $33.50. All right, you gonna show what we bought? Yeah. At home? Yeah. All right. Пока не будем говорить, сколько истратили, покажем, что купили, и покажем, сколько истратили, потому что у нас запрос на такое видео, почему Винсент давно не показывал продукты. Мы пришли домой, посмотрите, сколько мы купили. Oh, we bought a lot today. Yes, we did. Okay, let's see what sauerkraut. We bought. Так, это у нас квашеная капуста. Квашеная капуста. Квашеная капуста. Квашеная. My favorite. Tomato. Помидорки. Помидорки. Yes, помидорки. Это томатная паста. Tomato paste. Окей, паста томатная тоже. Это соус томатный. This is tomato sauce and this is tomato paste, right? Right. Okay. Leche. Молоко. 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 What the hell is this? Это сливочный сыр. Я делаю тосты, намазываю на сливочный сыр и сверху соленую рыбку. Очень вкусно. Вот она, соленая рыбка. Salmon. Соленая рыба. Соленая рыба. Yes, соленая. And masa. It's a salami. Salami. Yes, not masa. Well, it's meat. Yeah. There's some more meat. That sarделька. Сарделька. Yes. And this is чеснок. И... No, this is a... Чеснок. I mean a... Курочка. 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 Yes. How could I forget? I don't know how could you forget. Okay. Булочки. Who? Наверное, булочки. Бейглс, я не знаю, как даже. Баранки. Булочки. Плюшки, я не знаю, как их назвать. Булочки. Булочки. Garbage bags. Так, это вот для маленьких наших мусорных пакетов. Soap. Soap to wash your butt? Yeah. Ага. Так, мыло, чтобы... Ну, не мыло, это гель для душа. Дальше. О, вино. 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 Угу. Это я купила That's мускатик. Yours. That's mine. Так, мускатик. Что там у нас? This is... Twofers. Twofers. Это два за один прайс. Видите, вот этот Альфредо соус очень вкусный, итальянский. Мы купили две баночки. Потому что organic. Две за одну цену. Organic sauerkraut. Так. That goes with that one. Это тоже квашеная капусточка. Капуста. Капуста. More капуста. 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 Квашеная. Капуста. Say, квашеная капуста. Two for one. Say, квашеная капуста. Квашеная капуста. Вот так вот вам. See, so we got one more in here. It's two first. Okay, what else? What else there? Let's Where see, is let's it? See, oh, this is see. Yours. Two for one. This is okay, yours. Okay, good. That's yours. This is the rest of mine. Вот две. See, organic. Капуста. Капуста. Two for one. Так. Все говорят, почему у вас столько мешков по этих целлофановых. Ну вот выдают нам бесплатно. Так, tomatoes. Сегодня он будет делать у меня курица бальзамик. Бальзамическую курицу я очень люблю, когда он делает. Yes. Вот вы говорите, какое у тебя любимое блюдо американское? Вот бальзамическая курица итальянского производства в Америке. This так, is... хлеб. My bread. А clip. Это мой бред. This is your Видите, clip. Кето бред. Кето бред. Я все равно их помню. Ичкис. Так. Большой. Большой ичкис, а. Большой. Очень большой. Да, это огромные такие.
А вот где Оксана у меня берет двойные, я не знаю. Оксана, Оксана from Maryland always buying eggs with two yolks. Where she get them? We don't have those. No? У нас такого, говорит, нет. С двумя желтками. Так, сливки. Сливки. And what is that? That's balsamic. Бальзамический соус. Balsamic. Смотрите, за этих мешок. Лимон. Лимоны. Лимон. Так. Леттис. Так, это салат. 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 Чеснок. Чеснок. Базил. Базилик. Базилик. Свежий. Чиз. Так, это у нас моцарелла, сыр. Моцарелла, моцарелла. Окей. Туферс. Маринара соус. Тоже два за один, купил четыре. Look at that. Как будто купил две банки, но взял четыре. Right from Italy. Yes. From Italy. It's Italian. Italiano. Mm-hmm. Дальше. Туферс. Вот набрал он. Oh, yummy. Чипсы он любит yummy. Вечером. Туферс. То есть за одну цену два пакета чипсов, и вот он взял разные. Я не ем чипсы. I don't eat that. I love chips. Mm. And since this all is not going to be in our stores anymore by no. next... No. No, two more months? No. No more. What do you mean? The food shortage is coming. Винсент говорит, через два месяца этой еды не будет в магазинах уже. I don't think so. I think it's propaganda. No, well, you don't watch the news. Five food places burnt up, processing plants in the last month. Somebody's burning them down. Mm. Кто-то сжигает продовольственные food stores. Food processing plants. Продовольственные точки кто-то сжигает там, откуда магазины берут. Не знаю. They're very big. Very strange. Yes, very strange. So how much we spent? Oh, where's how much do you think? I think maybe 300. 300. Okay, let's сейчас see. Все дорого. Let's see the list first. Let's see. All this. Ooh. Okay. Let's see. How much I don't see. Ah, right here. See. Oh, $212. That's not bad. Plus. Yeah, we sold 33, or we saved $33. $33. Uh-huh. Buy one, get you... Короче, истратили $212. Ну, не так плохо, в принципе, на $200. Not bad. Before it would be like $70. Probably $130, $140. No, like, let's say 10 years ago. Oh, 10 years ago, yeah. 10 лет назад это было бы $70. Ну, ладно. All right. Well, you better enjoy it when you got it. Говорит, ты, говорит, получай удовольствие, пока еда есть, потом ее не будет. Потом будем худеть. Then we're gonna lose weight. Yeah. Thank you, Biden. Diana. Девочки мои дорогие, вы меня там не потеряли. Я два дня уже как не выходила сюда. Но, сами знаете, да, у меня YouTube, а этот канал я еще не привыкла, поэтому я... Читаю ваши комментарии, я вижу, что вы пишете, отвечаю вам по возможности, а видео не делаю. Ну и если делаю, то, конечно, не так часто. Спасибо вам, что вы там находитесь у меня, мало ли что, мало ли где, что случится, так мы все здесь. Сейчас с Винсентом приехали из магазина, делаю видео, Винсент скоро будет показывать продукты и повторять за мной по-русски. Ну это у нас такой был запрос на канале. Почему Винсент не показывает больше продукты? Так вот, сегодня показываем. Всем, девочки, добра и хорошего настроения. Кстати, забыла вам сказать, у нас была прошлой ночью оккупация. Нас оккупировали опять. Вот, полюбуйтесь.
О-о, кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Квакуша у нас начинает петь. Везде-везде хор Пятницкого. Так, пойду домой, посмотрю, что у меня там бусинка делает. Что он там у меня... Он, видите, стоит, готовит. Ой, как хорошо, когда муж готовит, жена только с камерой ходит и хвостом виляет, как говорится. Ну-ка. Ну-ка, бусинка. А? Did you see how many raccoons was last night? Yeah, you showed me. Four of them. They're your friends. As they occupied again. Yeah. Occupation. Так. That's not enough. It's only that. That's it. That's it? Yeah. That's three breasts. Mm. Mm. Смотрите, а вон у меня и птичка прилетела. Я только в дом зашла. Оказывается, они нас не бросили. О, видите, как много кушает. Видимо, очень жарко днем, что ли. Но вот сейчас вот вечером начали прилетать. Прелесть какая. Он уселась и сидит, видите, как. Моя куколка. Такая хорошенькая прелесть. Он и улетать-то не хочет. Вы подумайте, что, сидит и сидит. Ну, это круто. Сейчас, правда, плохо видно, потому что я далеко и за стеклом. Ну, ладно, уже как видно. Самое главное, что они нас не оставили. И, как говорится, еда не испарилась, а ее съели мои птички. Возвращаемся к моей бусинке. Видите, как он у меня дома. В кроссовках, в носках, в шортах, в футболке. People ask, why we never take off shoes in our house? Because it's our house, so we don't have to. Я говорю, люди спрашивают, почему мы не снимаем кроссовки в нашем доме. Он говорит, потому что это наш дом, и мы не должны ничего делать, то, что хотят люди, типа. See that nice color? Yeah. That's how it's got to be. Он, видите, чесночок. И помидорки. Чеснок и помидорки. И помидорки. Yeah? Mm-hmm. Mm. Вот это самое вкусное. А потом немножко базилика. So, baby, are we gonna drink wine today? Yeah. Я сегодня купила мускатное. Вот видите, такое хорошее винишко. А Винсент, как всегда, покупает себе... А Монаша Туа, то есть секс втроем. Midnight называется. Видите, как он делает соус из настоящих томатов. Миша, Муша, Миша, Муша, а? Муши, Маши. Я. Yeah. Oh, this is a different balsamic vinegar I'm going to try. Oh yeah, we never tried that yet. We never tried that. We usually use this one. I here. Hope you're not going to ruin. Well, we're going to see. Maybe it will. Говорит, раньше все время вот этот использовали бальзамический уксус, okay. А сейчас вот такой. Want еще и купил. Want to taste this one? Yeah, okay. I'll give you a little taste. Shake it up, shake it up.
You gotta get it in here. Какой-то такой он. Ну-ка, ну-ка. It's actually tasty. Try. Yeah. Try. I already did. Вкусный такой крем. Такой как кремовый. Mm. Okay, here we go. Итак, процесс. Oops. It's not really dark though. No. Mm-hmm. Фокус-покус. But it's a different taste though. Yeah, well, we're gonna try it. Mm-hmm. If we don't like it, we won't use it. Да, you never know unless you try. Немножко другой, не такой как. Но он не такой сильный просто. Отнюхает, нюхает, нюхает. Профессиональный шеф. You like professional chef, smell it. Yeah. Yeah. It'd be different. All right, well, we're gonna have some wine. Okay. And we're gonna use your brand new glasses that we got six of them for $2. Six? Glasses for $2. Let's see. $2 glasses. Right there. See, they're very tall. Вот такой я разбила прошлый раз. Видите? Вот такой пузатенький, да, у меня был. Я его разбила прошлый раз на прямом эфире. Они покороче. Они покороче, а у нас сейчас вот такие вот. Okay. Я их помыла, они красивые. О, oh, look at this. Look how nice they are. Nice, yeah. $2 six glasses. I told you. Take it! Right? Yeah. Я ему говорю, бери быстрее. Он думал, что $2 за один стакан. Я, кстати, тоже думала, что 2 за один. Но когда она мне сказала, что все 6, я не смогла отказаться от такого удовольствия. There's a screw cap. Look at that. Вот это да, вот это профессионализм. Вот это офигенско. Вот это мужик здоровенный. Вот это мужик здоровенный. Yes? Say, мужик здоровенный. Мужик, мужик. What? Мужик. Мужик. Здоровенный. Здоровенный. Yes, очень здоровенный. Очень здоровенный. Oh, кичу, кичу. Oh. Let's give it a good one. Good wine. Oh, вот такие. Очень вкусненько. Сладенькое такое винцо. Мускатное. Вот если кто-то никогда не пробовал мускатное вино, всем вам советую попробовать его. Это просто компотик. За вас. Нет, не сюда. За вас. Теперь сюда. Итак, курица у нас отправляется в томатный соус. Курочка. Курочка. Оп, как он это сон. Курочка или гуленька? Гуленька. Мне так нравится, когда он говорит гуленька. Say гуленька. Гуленька. Yeah. Гуленька моя. Гуленька моя. Я обожаю, когда он за мной повторяет. Это просто что-то. Ой, tasty. Mm-hmm. Базилики. Так, базиличок очень вкусный. Посмотрите, какая красота. Это просто вырви глаз. И на каждый кусочек курицы кусочек моцареллы. Ну что ж, муж нам устроил сегодня пирушку. Точно, точно так и есть. So you make пирушка for your queen. Пирушка. 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 Пир. Пир. Пиргорой. Пиргорой. Yes, пиргорой. Пиргорой, пиргорой, пиргорой. Пиргорой. Пиргорой, пиргорой. Пир горой. Пир. Пир. Горой. Горой. Пир горой. Пиргорой. Пиргорой. Yeah, I said. Так, у нас готово все. У нас готово все, посмотрите. Ой, посмотрите, что делается. Да-д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 а. That's a real hanger. Tasty, huh? Yeah, let's get some. Соус с томатиками. Put basilic. A little bit. A little bit of. Ну, базилик. О, окей. Бейзил. Бейзил. Какая красота.
Какая красота, Саид? Какая красота? Какая красота? Какая красота? Ну окей, good. Ну что, девочки и мальчики, такая сижу. Ну что, девочки и мальчики, подошел момент. Мы сейчас с Винсентом сядем рядом. Я просто хочу на видео показать вам, насколько вкусная курица. Baby. Good. You are the best chef. Oh, thank you. Вот и сказочки конец. А кто слушал? Молодец. Молодец. Yes. Very good. Наш шеф пробует свое блюдо. А потом мы сядем и будем вместе есть. Let's see what you're gonna say. Mm-hmm. It's got quite a lot of cheese. Tasty, huh? Mm-hmm. Mm. It's помидорки вкусно. Very good. Let me try some tomato. Mm. Not bad. Let's see. О, посмотрите, какая красота. Perfect. Perfect. Tasty. О. Stuff be like.